Тогда уже взяли бы съемки старых фильмов, там Илья Муромец, например, какой-нибудь это. Да, у нас там толпа целая будет вообще. Вот тебе, пожалуйста. Может, нам не надо фона? Получается, песня дважды, что ли, будет? Они все в курсе, что мы подряд, да. По что мы подряд выступаем? И, конечно, не самые лучшие вообще выбранные элементы. Пиздец. Они здесь битву на Неве показали, как из палаток. Три каких-то тунгуса в палатках сидят и этот с 10 человек. Офигеть. Ты успеешь спонтировать видео, Дарья? Ну, что-нибудь другое придумать. Здесь вообще... Здесь вообще, да, другие моменты. Из украинского фильма вот этого, про казаков. Против поляков. Так мультик, он здесь даже контекст, картины не входит, мультик. Не, и может быть он закончится мультиком. Может быть мультиком закончится. Кадры не самые, кстати, нормальные. Да. Первый канал. ОРТ, да? Первый канал. Это вакханалия какая-то. Да, чтобы понять, что это жесть. Да, есть такие офигенные фильмы, да, такие съемки есть, хорошие советские, нафиг они это. Не, мы можем взять и винтовки, и ПК, и автоматы, как бы даже народу можно побольше, но каша будет. Это все.